Вот здесь в обработке, дорогие друзья, находится старинная шуйская гармонь, да? Она идет с позолоченным знаком. Ну, позолоченный знак откуда берется? Его всегда купить можно в магазине в соответствующем, вот, и квитанцию вам дадут, и все дадут. Вот. Вот это тоже позолоченный знак. Ну, в данном случае он уже находится на гармоне, этот позолоченный знак. Вот, это старинного типа гармонии, они уже сняты с производства давно, и она идет в унисон. То есть, что такое в унисон? В унисон – это когда разжим и сжим одинаковые. Но современные гармонии, допустим, чайки, да, и шуйские, они идут все в разлив. Вот, допустим, поэтому сейчас моя задача вот эту гармошку сделать на ней разлив. Ну, как на чайке, как на современных шуйских. Поэтому вот здесь на рабочем столе находится резонатор. Вот. И сейчас я буду делать разлив на этой гармонии, ну, безусловно, на каждом резонаторе. То есть, что получается? Здесь одинаковые вот этот голос и вот этот. Сейчас можно даже проверить. Значит, ля. Вот, настройка идет первой планки, первой, что называется, ячейки, ля. Вот аппарат показывает, что это ля. Теперь я закрываю перед, да, и слушаем, что сзади какой дает звук. Тоже ля, вот аппарат показывает, что это ля. То есть этот и параллельный голос дают одинаковый тон, ля. И причем надо всегда проверять, чтобы 440 Гц здесь было на аппарате. Вот, тогда не будет ошибок, тогда будет все правильно. Вот, ну возьмем аппарат для настройки, а точнее Проксон, который делает голоса выше-ниже. Вот так он функционирует. Обороты добрые, хорошие. Вот. И, значит, тогда оставляем сзади голос нетронутым, да? То есть он остается ля, вот этот, да? Ля. А передний, который смотрит на тебя, я буду тебе и себе, я буду его повышать. Ну, примерно на 20 центов, так же, как делает современная фабрика шуйская. Вот, поэтому сейчас возьмем инструмент, вот, и будем его повышать. Будем повышать примерно на 20 центов, то есть точить вершок. Таким образом. Хочется обратить внимание, что планки довольно тонкие. Это говорит о высоком качестве голосовой планки. Когда планки тонкие, тогда и звук мелодичный у гармонии, у баяна и у любого инструмента. Довольно тонкие вот здесь. Вот. Когда толстые, допустим, как у Беларуси, они и ломаются часто, они там пополам просто ломаются, и все от эксплуатации. Вот здесь довольно тонкие, что называется, язычки. Поэтому сейчас посмотрим. Вот уже на 20 центов уже получилось. То есть получился разлив. Сейчас я аппарат чуть-чуть дальше поставлю, чтобы что-то видно было. Вот уже разлив есть. Сюда опускаю, разлива нет. Еще раз поднимаю. Всю эту аппаратуру поднимаю, да? Вот слышен разлив. Значит, теперь каждый из этих голосов, которые на меня смотрят, да, весь ряд я буду поднимать на 20 центов наверх. Итак, дорогие друзья, здесь работает музыкант Сергей Замбровский. Всего доброго, до свидания, до новых музыкальных роликов.